центре Хабаровска у нас находится. Что там, Шмидта 9? Интересно, он жилой или уже все? Или там где-то еще кто-то обитает? Похоже на подъезд. Домофон даже, по-моему, стоит. Какой колорит просто. Невероятный. Ну, видимо, да. Надо отдельную рубрику таких. Ну да, я захожу, посматриваю. А то еще говорят, зачем вы плохое показываете? Показывайте только хорошее. Ну, сейчас. Вот в таких домах еще в 2020 году продолжают жить люди. Удар воздушными силами НАТО. Шмидта 9. А, ну вот дом жилой все-таки. В доме все-таки. Здравствуйте. А вас расселять вообще собираются? Не хотят идти на контакт люди, но. Вот такой вот дом. Какого года он, интересно? А, ну вон этот. Как там говорили революционеры, Никитина война дворцом. Да. Колоритное место. Видно, там это не у всех есть туалеты в новом доме. И здесь имеет место стоять вот такое чудо просто. Отхожее место. Причем яма открытая, да? Ну, на сортир, да, сделан. Причем скопано бетонное кольцо большого диаметра. Ничем не за это. Не закрытое абсолютно. С одной стороны. Это получается вот к этому дому, да, относится? Ты решил это? Оу, это YouTube заблокирует сразу. Нет. Нет. Короче, там просто ужас. Да, 2020 год шел.